Всем привет, с вами Савелий, и сегодня мы будем играть Where I Grow, новая игра. Она не новая, она пока еще не вышла, но вы можете ее купить за 30, ну, вы как заметили, приболел. Она еще пока в альфа-стадии, свободный режим игры. Так, сейчас камеру поправлю. Так вот, свободный режим игры. Ну, так, нормальная игра там. Я ее скачал сегодня. Ну, да, сегодня. Игра прикольная. Вот, смотрите даже. Вот, видите, мы играем с зайцем. Заяц. Сейчас. На эск мы включаем редактор. Это вот мы можем взять с зайцем. Так вот с зайцем взять. И потащить сюда. И поставить вот здесь. Это, ну, как бы можно сказать. Блин, куда ты ушел, заяц? Блин. Вообще не туда взял. Вот сюда вот. Квадратик не очень большой я делаю. Ну, вот такой вот квадратик я беру. Сюда вот ставлю. Я думаю, здесь еще можно сохранять. Еще поставлю сейчас мобов. Мобы, ну, сюда вот. Так. Волка поставлю. И знаете где? Вот здесь вот. Поставлю здесь я. Волков. Нет. Волка мне надо поставить. Да. Так. Ставь волка. Все. Все нормально. Теперь. Ну, игра довольно прикольная. Ну, она предназначена так. Ну, паркуричная игра. Вот такая вот. Теперь я здесь буду всегда появляться. Так. Ну, смотрите. Ну, прыгать можно довольно. Вот так вот. Можно драться. Вот волк ко мне подходит. Подходит он ко мне. Я его так беру. Все, деремся. Все. Вот так вот. Я такой. Я такой прям. Я заяц. Так, ну, игра довольно прикольная. Графика здесь офигительная. Так, еще что бы я вам сказал? Ну, просто эта игра очень, ну, реалистичная такая. Можно, вот мы когда прыгнем, сделаем сальто, мы упадем. Так же здесь. Ну, если только профессионал. Так, берем, прыгаем просто. И вот проверили. Мы упали, да? А, ну, если нормально прыгать, то все нормально будет. Здесь так. Шух. Вот. Здесь еще можно самоубийство сделать. Бум, все, мы упали. Встать на X. Здесь он орет. Ну, вы не услышите. Просто вот так все. Видите, как будто его вообще ломит так, что ну вообще просто его так ломит. Вставай давай, друг мой. Смотрите. Ну, вот это уже для таких вот. Графика, я вам скажу. Ну, про графику я говорил, но теперь про прыжки. Игра с прыжками. Пум-пум. Все. На, все. Все, он живой, но он, ну, теперь не живой. Контрит.
И так вот сделаем. И волк снова оживится. А, кстати, респаун на L. Какой вы... Не хочу больше падать. Респаун на L. Ну вот, берем просто точку обзора на... Ну, вы знаете, на редактор Эск. И я теперь могу перетащить свою точку. Улететь, например, далеко. Вы думаете, что я не возьму, да? Так вот и лечу. Так вот. Раз, два. Чах. И я ее могу взять куда угодно. Хоть вот такую сделать. Хоть такую вот маленькую. Вот так вот. И вот так могу взять куда-нибудь переместить. Теперь летим туда. Я думаю, для него большой будет. Вот такого кролика вот такая вот. Вот так вот. Мы можем... А, нет, мы так не можем. Так, взяли... Вот, мы, смотрите, можем рассмотреть этого зайца. Вот он вот такой вот. Как, ну, блин, быстро. И, ну, бегает очень хорошо. Ну, я вам скажу, игра вообще самая хорошая. Та, что у меня есть. Она пока, ну, ее можно только испытывать пока. Например, сейчас я возьму. Так, побегаем. О, нет! Вы видели? Я внезапно превратился в волка. Как это возможно? Пойдем драться с волком. И почему-то волк меня не трогает. Почему? Потому что я тоже волк. Менять костюмы на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А вот я нажимал на 5. Это я превратился в волка. Вот так вот, в такого вот. Ну, ничего страшного. Мы возвратимся на X наш. Чё, сюда, что ли, придет? 7. А 7 что будет? 7 будет кот. А 8? 8 будет зайца-ассасин. Будем играть мы котом. Кот. Я кот. Волк, я раньше тебя боялся. Волк. Волк, я раньше тебя боялся. Теперь я тебя отомщу за все. Ха. Ты как собака. Ха. Волк. Я дерусь лапами. И все. Мри. Или не мри. Ха. На. Блин. Нет, мы живы. Куда ты что умрёшь? А, ты думал, что ты меня убил? Да, у меня плохое тело. Да чё ж он меня так бьёт-то? Вставай, давай. Шу. Всё, ты меня надрал. Куда ты умрёшь-то? Нажмём-ка мы на 7. Я кот! На, все, получай. Получай, собака. Блин, ты меня задрал. Возьму тут на шестерку нажму. Все, я кролик-механик. Нет. Все. На 5. Все. Я волк. Волк. Я сильный волк. Ха, на. Блин, заяц сложнее. У зайца плохая телосложение. А, ну берегись, волк. Да чё он не... Чё он дохнет-то? А, всё, умер. Всё. Ну вот, вроде бы, и всё, что я хотела вам рассказать про эту игру. Вроде больше ничего. Так, блин. Иди сюда. Вот. Я думаю, больше мне ничего не надо будет рассказывать про эту игру. Вы её поняли, вы поняли. И суть этой игры... Уйди. Ну, тут еще можно разные уровни включать. Вот это, любой выбирайте на свой вкус. Ну, я из этой игры выхожу.